На базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард Черкесска» прошел патриотический форум «Кавказ за наших». В рамках мероприятия состоялись состязания по военно-прикладному спорту по 7 различным направлениям. В соревнованиях участвовали школьники со всех районов республики. На военно-патриотическом форуме побывал и Алихан Лепшоков. Каждый участник данного состязания приобрел для себя множество полезных навыков и знаний. В рамках военно-патриотического форума «Кавказ за наших» школьники из разных районов республики проявили себя в военном прикладном спорте. Сборка и разборка автомата, снаряжение магазина оружия патронами на время, скоростная стрельба из пневматической винтовки и шахматный турнир «Быстрые шахматы». Поздравляю всех победителей, заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Дмитрий Бугаев отметил важность подобных соревнований для популяризации этих видов спорта и патриотического воспитания молодежи. Программа центра будет очень насыщенная. Хотел бы поблагодарить районы за возможность участия. На самом деле здесь в республике создан, наверное, первый такой центр, который будет заниматься конкретно патриотическим воспитанием молодежи. Вот мы очень благодарны главе республики, что в юбилейный год столетний мы его открыли преждевременно. В соответствии с указом президента он был должен был быть открыт до конца 2024 года. Но по решению главы мы открыли в год столетия. Победителей и призеров поздравили, наградили кубками и медалями представители ДОСААФ, Республиканского военкомата, члены регионального отделения офицеры России. Министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов поздравил всех виновников торжества и пожелал им дальнейших успехов. Данное направление, данное учреждение в 2022, 2023, 2024, 2025 будет реализовывать огромное количество социально значимых, важных мероприятий. С огромным удовольствием будем рады вас видеть в каждом из них. Мы с огромным удовольствием будем рады видеть вас в числе курсантов в 2023 году учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард». Каждый вид спорта по-своему важен, и мы с особым интересом принимали участие в этих увлекательных соревнованиях, отмечают участники военно-патриотического форума. Ну, не скажу, что было легко, очень достойные даже соперники, нервничали, но как получилось, выиграли первое место. Больше интереса было к автомату, к стрельбе и к магазину. Сборки-разборки магазина. В итоге в общем командном зачете первое место заняли учащиеся лицея-интерната из Хабесского района. Также медалями и кубками были отмечены победители по разным направлениям военно-прикладного спорта. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.